чемпионат города Киева, Банковская футсальная лига. Золотой дивизион. Встречаются команды Национальный банк Украины, форма зелено-черная, и команда Райффайзенбанк Аваль, форма желто-черная. Следующую встречу обслужит бригада арбитра Анатолий Заханченко и Владислав Бородинин, оба город Киев, Украина. Спокойно, через контроль, если можно назад. Покатай мяч, не спеши, рассказывай.
Давай, 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 давай
Опять забил Евгений Мудрак на нашем сцене. Минутные перерывы Райффайзенбанка. Первый фол Национальный банк Украины. Евгений Мудрак, номер 69. Yeah.
напарнику уже 17. Есть сила. Давай, давай. Просто давайте больше напора.
Уходи, Андрей! Сила дальняя твоя! Thank you.
Андрей Федорчук, желтая карточка. Thank you.
Минутный перерыв Национальный банк Украины. Thank you.
Сень, Валера, тут, тут. Тише. Это был Евгений Мудрак, номер 69. Четвертый фол, производитель Банкова. Четвертый фол Национальный банк Украины. Thank you.
Юрий Котляр. Давай, 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 Лев! Проиграть им на два. Пятый фонд Национальный банк Украины. Четвертый.